Добрый день, дорогие телезрители! Приветствуем всех на Олимпиаде. Сегодня у нас четвертьфинал Олимпиады, и у нас в эфире международный гроссмейстер Евгений Томашевский, чемпион России. И мы с вами будем наблюдать за игрой сборной России, которая сегодня будет пытаться пройти. Стартует, да, наконец-то. Да. Добрый день, Маша, добрый день, уважаемые зрители. Рад быть здесь, рад наблюдать, наконец-то, за четвертьфиналом сборной России. Мы уже заждались, уже 5 дней не было наших ребят и девушек в игре. Да, действительно, вышли они напрямую из предварительного этапа в четвертьфинал, поэтому пропустили нокаут, который был вчера, и играют со сборной Венгрии, которая вчера обыграла сборную Германию не без труда и будет бороться с Россией. Ну, конечно, Россия, наверное, фаворит бесспорный, и здесь нет в этом сомнений. Да, я уже довольно много размышлял на тему перспектив в этом матче, и сборная России, конечно, выглядит фаворитом большим, и я говорил об этом в интервью, когда меня спрашивали, задавали вопросы по этому поводу на различные СМИ, то есть, и, конечно, Россия безусловный фаворит, но могу сказать, что, во-первых, сборную Венгрии нельзя сбрасывать со счетов. То есть сборная Венгрии очень крепкая команда, а это она доказала. И вообще надо сказать, что сборная Венгрии вообще, наверное, та команда, которая внесла сумятицу в хаос, да, в Олимпиаду. Потому что действительно ведь сборная России, точнее, если бы сборная Венгрии не заняла второе место, не произвела фурор в группе с Азербайджаном, то вполне возможно мы бы не увидели 1/8 финала Китай-Украина, и вполне возможно, в 1/4 были бы все 8 фаворитов Олимпиады, да, предстартовых, которых мы и называли. А так, благодаря венграм, собственно, получилась сенсация главная, то есть косвенным образом. Поэтому венгры — герои групповой стадии, и посмотрим за их игрой, что они противопоставят нашим ребятам. Вот, ну, уже идут партии. Да, да, ну в нокаут они вышли со второго места из группы, но накануне финального дня отборочного этапа они просто лидировали, а сборная Азербайджана шла на четвертом месте. И там вообще было даже непонятно, смогут ли азербайджанцы пройти в нокаут. В итоге они вышли напрямую в четвертьфинал, потому что, да, там сенсационная совершенно была игра. Ну и матч с Германией, конечно, тоже заслуживает отдельного слова, к которому мы еще вернемся. Однозначно, да. Ну, в общем, в любом случае, что надо знать, что венгры произвели фурор на этой Олимпиаде, и вот наши ребята играют с командой, в определенном роде с командой сенсаций. То есть, безусловно, то, что Венгрия шахматная страна, мы все знаем, но то, что конкретно эта команда способна на такие результаты, это было открытием даже для специалистов. Ну да, а для тех наших зрителей, кто были с нами в эфире вместе с Артуром Маяковичем Юсуповым и последние 2 часа наслаждались его просто великолепным, ну просто шахматный гений, который делился своим опытом, рассказывал об истории его встреч с великолепными шахматистами, с легендами шахмат. И мы ожидали продолжения матча сборных Армении и Индии после долгого обсуждения апелляционного комитета и ФИДЕ. Апелляция сборной Армении была отклонена, и, к сожалению, к нашему большому сожалению, продолжения матча не будет. У меня на глазах вся команда покинула звонок в Зуме, и да, с прискорбием мы сообщаем, что сборная Армении снялась с Олимпиады и отказалась продолжать матч против Индии. Таким образом, Индия проходит в полуфинал. Ну, впервые нечто подобное на моей памяти, и впервые на моей памяти такой шахматный, ну, может быть, не впервые, конечно, может, надо покопаться, но что вот именно снятием определялся результат важного шахматного матча, это, наверное, впервые. Ну что ж, я онлайн-олимпиада первая, посмотрим, будем надеяться, что все-таки у нашей команды до такого не дойдет, а так все-таки, ну, единственное, конечно, все это очень прискорбно, но вот нет худа без добра, что действительно можно было насладиться общением с Артуром Юсуповым. Я лично получил большое удовольствие от этого. Да, это конечно, огромный плюс, которого мы, наверное, не скоро сможем получить такую возможность. И здесь я совершенно не переживаю из-за этого, но, конечно, очень жалко, что мы не увидели ответного матча и не увидели снова игры Ливона Ароняна против Виши Ананда и
также великолепная партия была в исполнении Элины Даниэлян против Хампи Канеру. Вновь Элина показала... Матч был великолепен, да. Как Элина великолепно играет на последних секундах и переигрывает одну из лучших шахматисток мира. Это конечно, просто невероятно. Но вот, к сожалению, дисконнект, в котором не виноват участник, и, ну, непонятно здесь, конечно, виноватых найти невозможно. Это первый такой опыт проведения онлайн, и вот этот момент, да, здесь тяжело было принять решение, которое всех бы удовлетворило, особенно спустя час, когда, конечно, обе стороны уже проанализировали позицию, которая была на доске у Нихал-Сарина и Айка Мартиросяна. Ну, благо, ну, она есть... позиция-то несложная, и там быстро устанавливается окончательный вердикт, да, и тем более современными техническими средствами. Это же не отложенная, да, партия там. И могу сказать, что вообще тут, конечно, можно предъявлять разные претензии либо там организаторам, либо участникам этого матча. Но вот тот случай, наверное, когда можно согласиться с твоей формулировкой, что никто не виноват, да. Потому что действительно ситуация сложная, и трудно было принять оптимальное решение. Ну, то есть можно понять сборную Армении, которая не хочет играть после несправедливого вердикта, на ее взгляд. Ну, конечно, большой гандикап получается все-таки из-за вот... начало матча с поражения, то есть им нужно по заказу отыгрываться, и в этом они не виноваты, то есть их можно понять. И сборную Индии тоже жаль в этом моменте, потому что они тоже прождали так долго и теперь должны снова пытаться выиграть матч, то есть это... Ну, здесь действительно нет ни проигравших, ни победителей в этой ситуации. Ну да, да, скажем, победителей точно нет, то есть есть как бы проигравшие... Проигрыши шахматы, да, но победителей точно нет. Но, опять же, нет виноватых, я бы так сказал. Да, виноватых, понять всех можно в этой ситуации, и организаторов, и участников. Но вот просто вот онлайн, к сожалению, иногда предполагает такие особенности. Но я думаю, что после этого прецедента будет вынесено все-таки окончательное решение. То есть на спокойную голову все люди подумают об этом и примут спокойное решение. Как на будущее поступать? Да, да, будут какие-то ошибки учтены, исправлены, и в будущем мы увидим гораздо лучше, еще лучше турнир. Но вот, конечно, жаловаться на отсутствие шоу здесь вообще грех. Великолепные матчи, великолепная борьба, и с нетерпением я жду участия сборной Индии в следующем этапе. И, конечно, ну вот единственное радует, что не произошла подобная оказия на более поздних этапах Олимпиады. Вот произойди такое в полуфинале и финале, наверное, было бы еще тяжелее с этим как-то смириться. Ну, посмотрим, что мы увидим в финале, потому что тут я, конечно, смотрел Армагеддоны. Армагеддоны, конечно, для меня было легким шоком то, что Армагеддоны играются без добавления. Обычно уже, конечно, в последние годы играется мягкий Армагеддон, так называемый. После 60-го хода, да? Да. Добавление после 60-го хода, это было для меня в определенной степени шоком, что здесь по каким-то причинам это добавление убрано. Говорят, потому что трудно реализовать трехсекундное добавление после, на игровых зонах, как ни странно, то есть в отличие от живых фишерских часов. Да, вот действительно, казалось бы, в данные, ну вот сейчас, в 21 веке, должно быть все возможно на аппаратном уровне, но на самом деле это, ну, я могу подтвердить, очень тяжело исправить код, то есть это требует огромного вклада в программирование, в реализацию этого на именно на серверном уровне. Это огромные затраты и материальные, и по времени. То есть именно вот к Олимпиаде реализовать дополнительное время добавления, начиная с определенного хода, просто невозможно. То есть, ну, я думаю, что в следующей Олимпиаде это могло бы быть исполнено. Если турниры будут продолжаться, да, то, но пока нет, да. Да, ну тебе вот, видимо, китайский шахматист, видимо, как раз-таки считал, что будет добавление, может быть, не прочитали регламент, в регламенте это точно было указано, но он ожидал, видимо, что будет добавление, потому что, судя по его игре, он был уверен, что флаг у него не упадет. Да, безусловно, потому что казалось, что, ну, во-первых, он был уверен, что сделан 60 ходов, но это не удивительно, потому что они там ходили туда-сюда на протяжении там последних 20 ходов. По-моему, там ходов 8 оставалось, да, сделать? Ну, там было близко, да, то есть в любом случае он старался как бы вкладываться в каждый ход, потому что он понимал, что там позиция такая, что одно неверное движение, и у него шансов не будет на спасение, и если... трехсекундное добавление было, то это все-таки важно. Мне кажется, в какой-то момент он понял, что добавления ждать не приходится, но было уже слишком поздно.
И в этот момент уже Кирилл Шевченко мог выиграть просто любыми разумными ходами. Поэтому тут, ну и там и второй Армагеддон был забавный в этом плане, но когда там белый ферзя подставляли, бануш ферзя подставлял, но это уже было неважно, поскольку Ну, там бану там на они секунде отставлял. продолжали играть в шахматы до последнего, и это уже, Да, конечно, было то есть неправильно. поэтому. Ну, безусловно, да, вот действительно, да, звучит как красиво, что продолжали играть в шахматы, это было неправильно. Но что поделать, таковы реалии, и мы что видим, то поем, что называется. Поэтому действительно интересный момент, но то ли еще будет, то ли еще будет. Можно, наверное, посмотреть все-таки, что на досках у наших ребят, потому что эмоциональные события, но они не должны, наверное, отвлекать от выступления сборной России. Да, тяжело, конечно, перестроиться, но пора нам все-таки забыть уже о матче Армении и Индии. Вот только что на экране был. Последний раз мы увидели жеребьевку второго тура, которая в итоге не состоялась. Не увидели мы партию Прогананды. Я вот лично очень ждала этой партии. Но завтра мы увидим игру сборной Индии вновь. А теперь все внимание на матч Да, Россия-Венгрия. давайте на сосредоточимся, но я думаю, что мы все равно еще будем возвращаться по ходу эфира и не раз и к матчам, и к Армагеддонам в этих матчах, и к матчу Армения-Индия, но тем временем Ян, не помню, еще уже, похоже, открывает счет в матче. Просто его соперник Виктор Эрдош, или, как правильно говорить, Эрдош, ну Эрдёш, да, наверное, да. Эрдош, То да. есть я вот не знаю, является ли он однофамильцем известного венгерского математика Эрдёша, которым названо число Эрдёша, знаменитое в математике, да. То есть, но не знаю, полный ли он однофамилец или просто так фамилия очень похожая. Но в любом случае здесь он не проявил никакой точности, ни математической, ни любой другой. И добивает Ян непомнящий, то есть он провел несложную комбинацию, конь bd5, и с последующим cd и c5 состоялся просто прорыв, и Ян непомнящий выиграл материал, и партия скоро должна закончиться в его пользу. Ну, бесстрастный компьютер утверждает, что вместо взятия на c5 еще сильнее было ферзь e3 с полным развалом позиций черных, но и взятие должно быть достаточно для того, чтобы вот здесь вот после c5, ладья c5 еще был промежуточный ход ферзь e3, после которого надо было сразу бы сдаться, потому что терялось вообще все. Потому что грозит b4, да? Ну, еще и b4 грозит, да, то есть еще надо какой-то ход потратить, да, то есть на это. И надо еще ход сделать, и после этого Да, на белый ферзь еще успевает. c7, видимо, взятие и конь e5. Да, ну то есть вообще все у белых успевает забрать. Взятие и d6 или с последующим ладья d5. В общем, сразу сдаться надо было. Ну, справедливости ради чистого лишнего качества тоже явно должно, безусловно, хватить для победы, но чуть-чуть сложнее теперь будет, может быть, ему реализовать свой огромный перевес. Но я думаю, что такая позиция не составит для Яна большого труда. В любом случае, у него большое преимущество и по времени, и по позиции. Ну, если он здесь не расслабится раньше времени, то партия будет закончена в пользу сборной России. Но чуть сложнее. После ферзь e3 только сдаться. Сейчас какая-то игра еще есть. Сейчас надо Яну решать, будет ли он, допустим, жертвовать на e5 с последующим там ладья c8 и ферзь f5. Или не будет этого делать. Ну, в общем, оставим его в этих приятных раздумьях. Что у нас на второй мужской доске? Да, там играют Даниил Дубов черными против Бенджамина Глидуры. Интересно, вот, кстати, Глидура каждый раз играет в такой теннисистской резинке. Забавно смотрится, ну вот. Настоящий теннисный, да? То есть она на Да, клубках, это то есть он интересно, прям да. такой. Ну, мы сейчас в Как комнате только нам его вместе покажут, с да, как только нам его россиянами. покажут, да, я как раз обращу на это внимание, да, это очень круто. Действительно, такое ощущение, что сейчас возьмет ракетку и начнет заколачивать эйсы просто. Но пока вот у него не очень, да, получается, то есть, ну, большой перевес создать, но по виду ничейная позиция, но точной игрой белые могут ставить некоторые проблемы здесь. Чуть более приятная позиция у белых. За счет того, что пешка Б может впоследствии стать слабой.
И сейчас после простого размена на e5 и с последующим каким-нибудь аккуратным ходом типа ладья c2, у белых небольшое преимущество все-таки будет, связанное с тем, что конь на d4 позволит атаковать пешку b практически бесплатно, да, то есть создается угроза конь c6, и белые будут пытаться найти здесь небольшой перевес. Ну, по-хорошему, здесь Даниил должен сделать ничью без больших проблем. Ничья тут стратегически будет хороша для сборной России на этой доске. Учитывая позицию, конечно, не изначально, а учитывая позицию. Так, а что у нас у наших девушек? У наших девушек Александра Горячкина, да. Ну, да, там правильно пишут, что Яна класс значительно выше. Ну, в целом у наших игроков, у большинства наших игроков класс значительно выше. То есть здесь даже трудно набрать равные пары, то есть совсем равные пары. Но все-таки соперника крепкие гроссмейстеры, все эти люди это серьезные гроссмейстеры. И Ердаш, и Гледура. И вот сейчас мы смотрим партию Горячкина, Хуан Тантран. Тоже мы уже в одном из репортажей говорили о ней, что легендарная шахматистка, да, в свое время. Ну, то есть она, очевидно, как бы имеет азиатские корни, но она давно в Венгрии и давно и много приносила и медалей своей сборной, и очень опытный игрок. И Да, неоднократная чемпионка страны. И мы видели ее партию против Элизабет Пец вчера, когда Венгрия как раз играла с Германией. И сумела переиграть ее Элизабет, но совершенно не без труда умеет ставить проблемы Хуан Тран. да, вот она так специфически играет, у нее такой специфический стиль игры. Вот здесь она, допустим, что ничтоже сумнявшись против Горячкиной, которая обладает великолепным позиционным пониманием, спокойно разыграла голландскую защиту, поставила, создала себе позиционные слабости. Но не такой уж большой перевес у Горячкиной, могу сказать. То есть до настоящего перевеса и реализации, то есть тут, что тут можно сказать? Перевес, конечно, присутствует у белых, но тем не менее борьба, 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 борьба продолжается. И мне кажется, что большого перевеса здесь у белых нет. То есть, ну, плюс равно можно оценить эту позицию чуть поприятнее. То есть белые в перспективе могут играть против ослабленного короля, где-то могут в перспективе захватить пункт e5. Но опять же, кроме как будь с той пешкой на f7, позицию можно было вообще считать абсолютно равной. Поэтому большого перевеса здесь у Горячкиной точно нет. В общем, игра еще будет продолжаться. И большая, сложная игра. То есть, что теперь... Кстати, Саша Костенюк играет у нас. Да, а между прочим, соперница Саша Костенюк зевнула в один ход. Да, и Саша Костенюк просто выигрывает партию. Да, тоже, в общем, приятно нам это сообщить. Давайте, да. То есть просто остается без материала из-за того, что у ферзя нет клеток для отступления. Ну, вроде бы безопасный дебют такой, спокойный, но вот на 16-м ходу партия пошла под откос за белых. У белых были тут решения, то есть пару ходов назад как-то в острой игре они могли нормальной позиции для себя добиться, но вот они пошли неудачно и предыдущим ходом взяли на f6. У ферзя нет клеток, да, совершенно справедливо, и просто безнадежная позиция у белых. Непонятно, куда ходить, если ферзь h5, то ладья e5, а если ферзь g3, то ладья бьет b4 и... Конец. То есть здесь вместо вот c3, да, тот момент, который ты показываешь, вместо c3 у белых был ход слон f5, до c3, да, то есть прислоняющий на b4, до c3 был ход слон f5, да, и со сложной игрой, да, то есть после слона f5 завязывалась сложная неясная борьба. То есть свою черным надо было ходить ладья e5, в ответ на это белые могли продолжать нападение ходом слон g3, в общем, там варианты довольно сложные, но позиция была бы неясная, да, то есть так, на три результата, так скажем, аккуратно. Ну вот видно, что Александра наслаждается этой позицией, прямо вот видно по ней, как она Ну с да. удовольствием просчитывает выигрывающие варианты. Мы оставим пока что ее ненадолго и после короткой паузы продолжим смотреть матч сборной России. Да, великолепная позиция, конечно, у Александры. Всегда бы так на Олимпиаде играть, да? Просто сдалась соперница, потому что нет ходов. И
Великолепное начало матча. Также параллельно выиграл свою партию Ян Непомнящий. Ну, вообще, надо сказать, что обычно вот у Саши Костенюк такая позиция, которая возникает, как правило, вот ты за этих слонов что-то должен отдать. А вот тут как бы так получилось, что мало того, что у Саши эти слоны, так у нее еще и в остальном материальное преимущество. Вообще такая позиция возникает обычно только после зевков. То есть можно себе представить, что, допустим, вот в этой позиции, мне кажется, если белым где-то добавить ферзя где-нибудь на поле А1, то у белых было бы, скорее всего, все равно безнадежно. Поэтому да, это было бы довольно забавная позиция в этом плане. Ну да, и тут даже если бы ладью, к примеру, ладьи стояли бы на c1 и d8, да, одна ладья забирает этого слона, другая, ну или даже там Ну да, в пешка, общем. пешка на c3, ну то есть совершенно никак нельзя Да, совершенно представить даже, безнадежная как тут позиция. выиграть. И Ян, не помнящий, да, одержал победу. В общем, счет становится, да, счет становится 2-0. Да, счет становится 2-0 в пользу сборной России. Очень быстро наша сборная как бы наращивает обороты, да, прям даже прям предельно просто быстро. И будем надеяться, что такая тенденция сохранится. Правда, я забегаю вперед, что на других досках у наших ребят есть проблемы. Ну вот И да, там мы есть еще что-то не показать. посмотрели юниорские доски, можем глянуть Есипенко Ну, кстати. Козак. Ну, можно начать с Полины Шиваловой, потому что у нее пару ходов назад. А, ну вообще хорошо, раз открыли Есипенко Козак, давай Есипенко посмотрим. Потому что Есипенко здесь, по идее, поймал на повторение ходов, да, противник Есипенко. Хотя, учитывая счет матча, неизвестно, кто кого поймал, да. Потому что, ну, вроде бы и ничья в данном случае устраивает Андрея, потому что, ну, счет уже у нас 2 очка уже есть. Сейчас набираем 2,5 и фиксируем практически. Ну, то есть надо будет набрать очко из 3. Правда, там, конечно, есть где проигрывать, откровенно говоря. То есть, ну, здесь ни одна из сторон не может уклониться от повторения. Здесь Да, форсирована ничья. форсировано, и, конечно, не стоит здесь Андрею перегибать палку. Я думаю, он, во-первых, он видит партии, открытые во вкладках, видит результаты, что повела уже команда и спокойно принимает ничью. Но надо сказать, что Адам Козак совершенно непростой соперник, и в матче против Германии он доминировал над Ровином Фогелем, и ну, там вообще очень Ну, могу интересная сказать, была да. первая партия, в которой у Ровина был единственный шанс на спасение, очень красивая, красивый вариант, но вот он первый ход там нашел, а второй нет, и в итоге проиграл партию, так что непростой соперник. Ну, вообще, надо сказать, доминировать над Ровином Фогелем это очень непросто, потому что Ровин Фогель одна из самых больших надежд Европы шахматной. И парень очень талантливый, если он настолько сильнее, да, и настолько переигрывал его, то это говорит о том, что и у Адама Козака тоже хорошая перспектива. Вообще, повторюсь, да, я уже высказывал одну эту мысль в одном из предыдущих репортажей, но мне кажется, она важная, поэтому повторюсь, что после карантина мы можем не узнать шахматный ландшафт, потому что подросли очень многие ребята, и если обычно мы их рост видим в режиме реального времени, то здесь этот рост люди, как скажем, люди месяцами копили потенциал, творческую энергию, и здесь мы можем... Очень многие фамилии будут для нас откровением. Вот, например, будет ли для нас откровением фамилия Гал Шока, да? Девушка, венгерская девушка, которая играет с Полиной Шуваловой, и у нее была абсолютно выигранная позиция против Полины. Она могла выиграть очень просто эту партию. У нее было совершенно выиграно. То есть в районе Полина неудачно разыграла Миттершпиль. И где-то к середине партии совершенно безнадежная ситуация была для нее. То есть там буквально пара точных ходов отделяла венгерскую шахматистку от победы. Но теперь Полине удалось зацепиться за борьбу. И видно, что в блиц переигрывает Полина свою соперницу. И здесь... Худшее уже позади, да? И вообще говоря, для нас это критически важный момент, потому что, ну, кстати, Даниил Дубов тоже мог проиграть. То есть, надо сказать, что у сборной России так сейчас по счету, видимо, все будет хорошо. Но по течению матча, матч-то был опасный. То есть, даже несмотря на 2-0, то есть было совершенно безнадежно у Полины. В какой-то момент доигрался до безнадежной позиции объективно Даниил Дубов. Но его соперник тоже принял 2 несмелых решений, и теперь в конечном итоге даже зевает и может скорее даже проиграть Глидура. То есть, но в целом все это уже не важно, да, если Полина
спасется-то? У нас 2,5 очка зафиксированы. И, ну вот мы сейчас видим позиции Сетенко. Да, можем... вот как раз я открыла тот момент, где, видимо, соперница потеряла нить игры, 24-й ход. Взяла она, побила на Е4 слоном. Ну вот побили можно она было конем на да. Е4, да, была бы совершенно другая игра. Но... ну, оставалось только сдаться, потому что следующий ход просто конь идет на D6, и у белых лишняя пешка и полная доминация, тотальная доминация. Даже ни одного шанса на спасение не было бы, то есть объективно. Ну, понятно, что в блиц всякое бывает, но не сдалась бы Полина, продолжил бы бороться, но никаких шансов бы не было, потому что просто лишняя пешка и конь на D6, и все. Просто конец. Ну, даже, наверное, и после размена ферзей еще были определенные проблемы у Полины, но вот... Да, и серьезные. Наверное, да, есть, размен никто... ладьи — это все-таки ошибка, и, наверное, стоило... Ну, по крайней мере, не таким разменом. Не ладья c2, это уж слишком пассивно. Можно было просто залезать ладьей на e8. Ну, много было упущений, откровенно говоря, от белых в этой партии. Много было упущений, и сейчас они уже... Сейчас они уже, в свою очередь, играют с огнем, то есть уже у белых тяжелая позиция. Но просто видно, что венгерская шахматистка просто очень плохо играет блиц. То есть это прям видно. Ну, есть, опыта просто еще нет, да. Да. То есть видно, что она хорошо играла шахматную часть партии, то есть с тех пор, пока не наступил цейтнот. Но, повторюсь, раньше времени давайте не будем фиксировать результат. Все возможно, то есть, ну, Глидура и Дубов согласились на ничью. Да, таким образом Россия уже набрала 3 очка, и счет может только завершиться в пользу России. Да, ну, в общем, 3 очка, и здесь очевидно, что на двух досках, если не произойдет какого-то чуда, ну, скажем так, мы можем открыть позицию Саши Горячкина и убедиться в том, что проиграть там белыми просто можно только по времени. Просто посмотрите эту позицию, ну... Абсолютно показательная доминация коня над слоном. То есть, почему я говорю, я бы, честно говоря, я бы вот не решился играть с Сашей Горячкиной позиции, в которых у вас зияющая дыра на e5 и зияющая дыра на d4. А Саша как раз, как мало кто умеет наказывать за подобные позиционные вольности. И прям вот поучительная партия, даже вот несмотря на то, что блиц, Саша играет просто блестяще. И я говорю, если тут какого-то не будет дисконнекта или что-то в этом духе, то Саша должна просто довести до победы эту партию и спокойно. Ну, сейчас коня вернет на d4. Сейчас просто уже отдали пешку на h4, они от хорошей жизни. Ну, можно сдаваться. То есть классику бы, наверное, сдалась просто хан-тран, потому что, ну, мне кажется, когда такие партии играются, всегда такое ощущение, что вы попали под танк. И... Это в хорошем смысле этого слова, да? Хотя как может быть в хорошем смысле этого слова? Но в хорошем смысле слова попал под танк. Уже можно забрать и эти пешки теперь. Да, ну здесь уже что угодно можно делать, да. Это называется уже брызги музыки. В общем, сборная Венгрии, мне кажется, получила шансы и сама испугалась. То есть в первом матче просто сборная Венгрии была не готова к сопротивлению. То есть они просто столкнулись как бы с совершенно другим уровнем оппонирования, да? То есть и... Даже те, кто имел шансы, полностью развалились. Единственную хорошую партию провел Адам Козак. И, честно говоря, все остальные венгры либо развалились без борьбы, либо упустили очень хорошие шансы. Венгры и венгерки, да, точнее. Но, в общем, просто они оказались не готовы к уровню оппонирования. Да. То есть это в первом туре они, ну, уже Полина тоже выигрывает. В общем, 5-1 заканчивается первый матч. И это, наверное, закономерный итог. Ну, просто, понимаете, для того, чтобы сенсация стала возможной, сама как бы андердоги должны верить в то, что сенсация возможна. По первым партиям я не увидел никакой веры, да, то есть в то, что сенсация возможна, да, у венгров. То есть такое ощущение, что они просто, ну, они уже удовлетворены своим выступлением на Олимпиаде. И, ну, понятное дело, что сейчас, может быть, там, если им удастся зацепиться во втором матче, но это больше пока похоже на уничтожение. То есть, тем более, что, честно говоря, наши-то ребята все шансы давали, да, венграм? Ну вот мы можем посмотреть как раз партию Данила Дубова, что же в ней произошло. Действительно, шанс у соперника был, и Глидура мог им воспользоваться. Вот. И хороший даже шанс, я бы даже сказал. Да, да, есть, вот здесь уже белые шанс. Получили хорошую инициативу.
Да, прям отличный был шанс, да, и был действительно, да, ну, пару ничьих, говорят, да, из уважения сделали. Но вот момент был критический момент в партии Гридура Дубов на возник Даниил вместо кропотливой защиты пошел в контратаку в соответствии со своим стилем. И критический момент возник на 26-м ходу белых после хода ладья c3. То есть через несколько ходов от того момента, который ты показываешь, да, вот здесь Даниил мог кропотливо защищаться, но он этого не стал делать, ладья c3. Выглядит все это красиво, но, во-первых, после простого взятия пешки на b5 с последующим взятием конем у черных были бы серьезные проблемы, поскольку контратака запаздывает. Но это не очевидно, ну а также был очень простой ход a4. А4, да, на связку. Да, и после которого объективно у черных безнадежная позиция. Ну, Даня бы ловил шансы, конечно, но объективно просто безнадежная позиция после хода А4. И пешка АБ просто забирают белые следующим ходом. И черным уже оставалось уповать только на какие-то совершенно случайные тактические шансы. В общем, даже трудно понять, что испугало венгерского шахматиста. Ничего не грозило Ну да, белым, вообще какое-то ничего. взятие на e3 ничего не дает. Да, Просто то есть, ну... защищаются ферзем на f2 и никаких нет проблем. Ну, даже безотносительно этого, почему бы просто не забрать на b5, не совсем Да, понятно. и пошел Или он на d1, ну, поставил ладья себя 1 это еще как-то. ладно, защитил ладья 3 на конь Опять g4, здесь можно было опять... пойти a4, да. Ну, здесь непонятно, почему на h3 просто не забрать. В общем, ну, такое ощущение, что просто боятся венгры наших шахматистов, и любая угроза просто воспринимается в два раза страшнее. То есть, ну, что страшного здесь забрать на h3? Вот что тебя пугает? Ну, забрали на h3. Забрали на e3. Ну, после этого масса ходов. Белые могут пойти ферзь d7, например, защитить коня. То есть, ну, в любом случае, выдернуть эту кость на h3, остаться с лишней пешкой. Ну, окей. В общем, как-то максимально было сыграно без зуба. И, конечно, с такой игрой сборную России не обыграть. И мы видим, что заканчивается матч. И 5-1. Да, выиграла Ну, Александра Горячкина. Съела все пешки, соперница сдалась. И также закончила Полина Шувалова тоже победой. Но здесь вообще нет никаких претензий. ну, что тут скажешь, да, резюмируя этот матч, могу сказать, что не могу даже сказать, что наши ребята его сыграли образцово, но просто венгры оказались не готовы оказывать сопротивление. Вот и все. Поэтому будем, ну, как скажем, будем надеяться, что и во втором матче будут не готовы, да, то есть мы, как болельщики сборной России, не будем против такого развития событий. Но, конечно, по шахматному хотелось бы посмотреть более упорной борьбы, но все-таки не должен лидер сборной разваливаться в 10 ходов, да, там тоже на женских досках негоже так проигрывать. То есть, ну, по сути дела, две партии были лишены к 20-му ходу, а во всех остальных венгры сами испугались идущего в руки счастья, поэтому... Да, я предлагаю посмотреть на сетку Олимпиады. Мы видим, что Индия, да, выходит вперед и немножко смущает счет 1-0 в табличке, зная, что играется в матче 2 тура. Но напоминаем для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился или не, ну, пропустил этот момент. К сожалению, после поражения в первом туре, после апелляции из-за того, что у одного из участников сборной Армении был дисконнект в партии, Армения подала апелляцию. Апелляция долго рассматривалась, в результате чего была отклонена. И Армения, к сожалению, для всех болельщиков и для нас, любителей шахмат, снялась с соревнования. Таким образом, Индия проходит вперед и Да, то выйдет, есть... да, на победителя матча Азербайджан-Польша, который будет сегодня позже. Ну, очень, кстати, достойный матч, мне кажется, равные команды. И на мужских досках примерное равенство наблюдается, да. Ну, так скажем, азербайджанские гроссмейстеры посильнее несколько, да. То есть, ну, тут все-таки у Польши два игрока уровня почти 2750 или 2750, это Дуда и Войташек. Поэтому там они... Если и послабее, то незначительно. Поэтому, да и на других досках примерно такая же картина. В общем, Польша действительно очень сильная команда. Вообще, надо сказать, что вот ты открыла сетку. Изначально вот 8 команд были фаворитами Олимпиады. То есть в каждой группе были по 2 команды, которые выделялись на фоне других. В группе А это были Индия и Китай.
В группе Б это были, собственно, Украина, Азербайджан. В нашей группе это были Россия и Армения. И в группе Д это были США и Польша. Ну и вот, как мы говорили, только сборная Венгрии внесла сумятицу в этот расклад. Если бы сборная Венгрии заняла положенное ей в кавычках третье место, то я думаю, что, ну или там какая-то другая сборная, то мы сейчас бы видели вместо, то есть мы сейчас бы видели матчи, Китайцы бы не были, вылетели просто, да, да. китайцы бы не вылетели, то есть и получается, что сейчас бы уже Россия бы играла, скорее всего, с Китаем, да? Да. Либо с Китаем, либо скорее с Украиной, да, то есть скорее, если бы Украина заняла второе место в этой группе, то есть Россия бы играла с Украиной, может быть, уже в четвертьфинале. Ну, а так украинцы тоже, у них тяжелейшая сетка, в 1/8 они играют с Китаем, в 1/4 с США. В общем, конечно, матч тоже будет огонь Украины-США, но даже не знаю тут, кто фаворит. Я, честно говоря, не очень внимательно в этом турнире видел, следил за выступлением сборной США. Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, вскоре мы узнаем, кто играет на каких досках. Напоминаю, что могут быть замены в каждой из команд, и мы можем совершенно другой состав сборной России увидеть. С интересом ждем этого, а пока уходим на небольшой перерыв. Итак, продолжаем освещать матч сборной России против сборной Венгрии. Завершился первый тур, в пользу России. Выиграли мы с большим счетом, хотя не все так радужно складывалось изначально. Ну, кстати говоря, да, у нас тут интересные параллели, да, ну, мы выиграли 5-1, у нас тут в чатах зрители проводят интересные параллели, она, в общем-то, напрашивалась, но мне почему-то не пришла в голову по поводу знаменитого футбольного матча СССР-Венгрия 6-0 в 86-м году, то есть и здесь тоже 6 досок, и счет очень близкий к этому, так что, конечно, приятно такое вспомнить, но... Что тут скажешь, счет, тот случай, когда счет по игре, вообще даже удивительно, насколько было эмоционально наблюдать, да, за матчем Армении-Индия, и как быстро все закончилось в нашем первом матче, да. Прям буквально вся интрига была, продержалась 5 минут. То есть наши очень быстро повели 2-0. Буквально 3 минуты были шансы у венгров сравнять этот результат, а после этого для них ситуация только ухудшалась, ухудшалась и ухудшалась. Поэтому... Ну, Ну что да, ж. действительно, мало того, что нужно получить выигранную позицию, нужно еще суметь ее реализовать, поверить в свои силы и справиться с цейтнотным волнением и с волнением игры за команду. И вот здесь, конечно, у России гораздо больше опыт игры. Все наши участники уже неоднократные победители международных соревнований и до 20 лет, и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира все играли. И у них очень огромный опыт игры. Но вот, кстати, если вспомнить матч Индии против Армении, который так обидно завершился всего одним туром, и апелляционное время заняло больше, собственно, чем сам матч. И так долго мы ждали развязки, к сожалению, завершился выходом Армении из борьбы. Но сам матч складывался, кстати, в пользу Армении. Долгое время казалось, что могут они повести в счете, и Габриэль Саргисян стоял в какой-то момент. Просто выигранная была позиция и против Ведита. Ну вот на первой доске зафиксировали ничью Ананта и Аронян.
довольно-таки без волнения. И, ну, судя по всему, могли выиграть армяне с небольшим преимуществом. Элина Даниэлян переиграла Хампи Канеру. Ну и, конечно, несмотря на то, что проиграли они не по своей вине матч, проиграл из-за дисконнекта Айк Мартиросян. Хотелось увидеть ответный матч, хотелось увидеть игру. Что... Да, нужно было бы им побеждать, но верится, что они это сделать могли. Но также можно понять, что все-таки несправедливо. Ну, здесь действительно, как ты уже правильно сказал, только проигравшие могут быть в такой ситуации. К сожалению, случай вот так распределился, и не получилось у них продолжить борьбу. Вы знаете, да, рассуждая об этом, мне вот сразу приходит в голову несколько аналогий, то есть, и могу сказать, что я понимаю организаторов, то есть, что им делать уже в этой ситуации, ну, формально, да, правило есть правило, и дисконнект есть дисконнект. С другой стороны, вот представьте себя на месте сборной Армении, да, это вот вопиющее чувство несправедливости, и как сказать, вот как продолжать такой ситуации, то есть, да, легко сказать, там, выйдем, порвем во второй партии, но... ощущение же полной несправедливости, да, происходящего. Такое ощущение, что как будто вы спите, и в этом сне, ну, вот знаете, иногда бывает шахматистам снятся такие сны, когда, скажем, вас посадили играть не с тем соперником, или не за свою доску, или за вас делают ходы. Вот такое возникает, слава богу, что ты проснулся, а здесь это как такой же сон, только ты не проснулся. И действительно, у тебя просто забрали очко, и ты ничего не можешь с этим сделать, то есть... важнейшей партии. Ничего нельзя сделать и никак доказать, ничего. И, конечно, поэтому могу понять сборную Армении, которая не стала продолжать. Ну, конечно, хотелось бы увидеть второй матч Армении-Индии, потому что команды реально равные. И ради таких матчей, как Армения-Индия, собственно, Олимпиада и проходит. Ну, конечно, нам очень интересно смотреть, условно говоря, матч Франция-Норвегия, но... наверное, не в этом составе все-таки. При всем уважении к обеим сборным... Составы здесь были совсем плачевные у обоих. Да, не ради матча все-таки Франция-Норвегия в таком составе, да, затевается Олимпиада, а все-таки ради того, чтобы в конечном итоге сильнейшие сборные могли подойти к выяснению отношений, да, в боевых составах. И когда таких матчей становится меньше, а мы не досчитали сегодня противостояний, как ты говоришь, Элины Даниэлян с Хампи Канеру, и действительно... Даранян, Анант очередной партнер. Да, с нетерпением мы, конечно, ждали игры таких титанов. Но вот здесь еще нужно упомянуть тот факт, что во второй партии было бы тяжело играть и тому же Мартиросяну, а заменить его практически некем. Все-таки он всю Олимпиаду защищал доску. Играть с... Наверное, с ожиданием каким-то того, что это может снова случиться... Как при этом фокусироваться на борьбе, да тоже нет, непонятно. Нет, тяжело играть, в общем, да. И главное осознание вот этой несправедливости. То есть, ну, да, повторюсь, что ситуация никто не виноват, а получилось довольно-таки неприятно, да. То есть, но с другой стороны, ну что теперь поделаешь? Ну, в конце концов, это просто особенности площадки, на которой мы играем, да. То есть, в конце концов, ну, я не знаю, как дождь проливной пошел, там матч остановили, то есть... Правда, ну не да, знаю, форс-мажор, который ни в чьей... Ну, то есть здесь сложно найти виноватых, то есть так просто получилось, бывают какие-то глюки системы, и здесь даже не площадка виновата, то есть ну, мы не знаем, что именно там произошло. Что именно произошло? Может быть, что-то с компьютером у него? Может быть, что-то... Я подозреваю, что мы увидим еще много подробностей на эту тему, и действительно... И не всем им стоит верить, то есть здесь да, обязательно да, да. И нужно... давайте пока подождем какой-то более официальной информации, может быть, интервью от непосредственных участников событий. Конечно, было бы интересно услышать там версии произошедшего, то есть в чем была суть именно апелляции, то есть просто, ну, мало ли нулей из-за дисконнекта. В конце концов, в турнире Магнуса люди теряли... пятизначные суммы в долларах из-за дисконнектов, ну, как-то вроде обходилось без апелляций, да, часовых. То есть здесь, видимо, какая-то была причина, и... Ну да, раз так долго рассматривали, ну вот я знаю, что даже президент ФИДЕ вступил в разбирательство и изучал очень пристально ситуацию, спрашивал всех, что именно произошло, что видели, ну потому что... Действительно, видеосигнал продолжал идти с компьютера, то есть здесь явно не полностью интернет-дисконнект. И именно поэтому так долго
продолжала апелляция. Но вот я хотела бы спросить, Евгений, я уже не впервые слышу о том, что шахматисты, ну, по крайней мере, топового уровня, частенько видят страшные сны, именно связанные с тем, что ошибся доской, играешь не с тем оппонентом, что-то не так. С чем связано вот это? Почему именно такие сны снятся вам? Ну, наверное, потому что мы немножко сумасшедшие люди, то есть повернутые на шахматах, да, в хорошем смысле этого слова или в плохом, я не знаю. И особенно на турнирах это активно, да, или после турниров. У меня вот почему-то с детства после турнира. То есть на турнире у тебя мозг максимально раскочегарен, и ты собран, ты сосредоточен, да. И как-то все нормально происходит. А вот после турнира, когда начинается фаза, так сказать, ты отходишь от происходящего, да? Вот в этот момент у тебя мозг расслабляется и начинают какие-то вылезать, наверное, подспудные тревоги, страхи, волнения и прочее. Причем, что забавно, иногда бывает так, что после хорошего турнира снятся всякие ужасы, и ты просыпаешься и думаешь: «Господи, я все-таки там, условно говоря, стал чемпионом России, там, слава богу, там». Или там все-таки я там сделал ничью в той позиции, или там выиграл ту партию. А вот после плохого турнира обычно снится, ну, как ты на самом деле победил, и ты думаешь, ну вот поспать бы еще сейчас. Вот почему-то у меня так это прям ярко выражено. Не знаю, как у других, но вот с Алиной мы немножко беседовали на эту тему, у нее похожие тоже ощущения бывают. Видимо, это профессиональное, да? Да, похоже на то, и действительно, может быть, как-то мозг компенсирует. Мы вот знаем же, что мозг во время сна помогает нам справиться со стрессом, помогает нам расслабиться, и, видимо, как-то вот так вот компенсирует. Но мы еще поговорим с тобой о страшных снах, но сейчас, наверное, такой немножко страшный сон для сборной Венгрии. Страшная явь для сборной Венгрии, да? То есть они тоже так вот, знаете, вот у сборной Венгрии, если уж продолжая тему снов, то есть им приснилось, что они проиграли 5-1, а потом они просыпаются, а раз, а действительно проиграли 5-1, и еще второй матч со сборной России играть, поэтому да. Да, Тяжелая ситуация. действительно, не самый простой соперник сразу на стадии четвертьфинала, но учитывая то, что Венгрия все-таки не была фаворитом в своей группе и Ну, боролись наравне с другими давайте командами, да. порассуждаем, за счет чего венгры могут упереться. То есть за счет чего они могут упереться. Но они могут упереться только, мне кажется, в единственном случае, если они сейчас, ну вот, сбросят эти оковы, да, то есть если они будут все играть просто веря в то, что победить можно, и если каждый из них будет использовать максимально свой шанс, не пытаясь там надеяться, что кто-то еще выиграет, просто вот, ну, сейчас уже нечего терять. Ну, реально, ты играешь записным фаворитом, ты проиграл 1-5 первый матч, тебе вообще ничего плохого уже с тобой не случится. То есть, кстати говоря, да, ну, мне кажется, надо выпускать Джокера, Бануша и надеяться просто на лучшее, да. То Да, на есть... первой доске играет Томаш Пануш против Яна Непомнящего. Замена у нас практически на всех досках. На вторую доску выходит Владислав Артемьев против Бенджамина Гелидуры. На женских досках у нас полная замена. Катерина Лагно и Валентина Гунина. То есть, из огня да в полымя, Ну, да, то решили есть... немножко, да. То есть наше такое ощущение, что мне вот интересно, ну, дай бог, конечно, но вот если наши ребята в финал выйдут, там тоже будет ротация проводиться. То есть, ну, это Я очень думаю, что красиво. да. Я думаю, что да. Все-таки это усложняет задачу соперников в подготовке к ожиданию того, кто будет играть. А уж если доходит до Армагеддона, то здесь у нас просто все шахматисты могут легко заменить друг друга, абсолютно равноценные игроки, и ожидать, что вот как, например, Кирилл Шевченко, было совершенно без сомнений, что Да, юниорская доска безусловно. украинской сборной выставит именно его, то есть вообще без каких-либо сомнений, то у нас, кто, например, вышел бы играть партию Армагеддон на юниорской доске, Алексей Сарана или Андрей Есипенко, совершенно я не берусь даже гадать. Просто Ну, могу 50 и сказать, 50. что на самом деле все шансы, ну, Украине очень повезло со жребием, да, то есть они 25%, что называется, есть такое слово «заролить», да, то есть вот они заролили, жаргонное английское, означающее, да, видимо, поймали свои проценты, свои шансы, вот они поймали эти 25% шансов, поскольку, ну, на любой другой доске украинский игрок не был бы фаворитом, хотя на мужской доске все-таки корт
Корбов и Иванчук, я считаю, имели бы не худшие шансы. Uh-huh. А вот, например, на женской или на юниор, ну, на доске юниорок все-таки явный перевес был бы китаянок. Но, по крайней мере, на бумаге. Но вот так вот получилось, улыбнулась удача. В принципе, этот элемент, многие ругают этот момент, да, то есть, ну, мне, в принципе, это кажется довольно интересным, даже такой спортивный элемент. Да, вот именно интересный. Спортивный элемент шоу, ну, все-таки Олимпиада — это и шоу, и действительно серьезное соревнование, но рассматривать онлайн-турнир как, точно так же, как Олимпиаду, за реальными досками нельзя. Все-таки это другой формат, и требует он еще явно доработок. Мы видим, что да, ну, в нем есть интересные вещи, да, уже. Но есть уже интересные вещи, есть то, что нужно еще доработать однозначно. Но, завершая, так сказать, предстартовые расклады, могу сказать, что у нас еще и Грищука не выпустили, да, не на один матч. То есть Саша Грищук, мне кажется, сейчас сидит, и как вот Грищук в табакерке, да? Да, да, и в русских сказках он сидит там и говорит, то ты сразись сначала с моим меньшим братом. Вот примерно так вот он сейчас, мне кажется, сидит и говорит, да, венграм, да. Ну, у нас там чат немножко воодушевился, там люди хотят 6-0, там рассказывают анекдоты, но я думаю, что рано. В данном случае еще один союзник венгров — это формат. То есть стоит ли нам случайно каким-то образом потерять 3,5 очка, и будет Армагеддон, насколько я понимаю, правильно? Да. То есть здесь неважно, с каким счетом проиграть. Да, неважно, матч. Какой счет, считается просто вот 1-1. То есть нужно обязательно вдруг, делать ничью, да, либо выиграть. Если вдруг что-то будет не так, то будет Армагеддон. А знаете, в Армагеддоне, кто знает, вообще да, там да, Армагеддон — это вот именно жребий, то есть это 50 на 50 на последних секундах. Играешь ты белыми или черными без добавления после 60-го да. хода, это все-таки выпустит какого-нибудь самого быстрого бануша на Диком Западе, да, и что мы будем делать, да, то есть поэтому давайте не будем расслабляться прежде времени, если мы выиграем второй матч, то можно будет уже, так сказать, пропеть оды сборной России, пока, в общем-то, пока они сами это делают своей игрой. Ну, с кого начнем? Наверное, бануш против... Да. Давайте по порядку. Да, да, Ян Непомнящий против Тамаша Бануша. Да-да-да. Грюнфельд на доске. Угу. То есть Грюнфельд на доске, ну, причем известная теоретическая позиция, но вообще говоря, D5, вариант с D5, но здесь, насколько я помню, здесь есть теоретически какие-то длинные ничейные линии. Ну, Ян вот даже уклоняется, просто идет на борьбу. В принципе, почему бы и нет. Зачем ему? Ну вот видно, что венгерский шахматист в курсе теории. Ну, вполне возможно, что здесь какой-то длинный теоретический вариант сейчас будет. Мы его сейчас увидим. И Ян сидит и пытается вспомнить происходящее, да, то есть. Но здесь плюс позиции для Яна заключается в том, что он не обязан здесь вспоминать. Он может просто играть. То есть, например, в этой позиции, то есть, которая сейчас возникла на доске, он может, да, пойти слон g4. Стартую какие-то, да, да, Ян сидит, кофе попивает, но при этом, по-моему, ход-то его, да, то есть интересная ситуация. То есть выглядит так, как будто ход соперника, но ходит он. Не, взял на f3 просто, да, то есть, ну это мы, наверное, немножко, небольшое ну, отставание было, да, заметь, что у Тамаша Бануша просто накопилось время, то есть он совершенно не потратил ни секунды на обдумывание, и вот только сейчас, после хода b5, задумался. Ну, так и Ян тоже особо не потратил, да, то есть, но Ян в прикидку сыграл то, о чем я говорю, то есть он эти грюнфельдовские позиции чувствует великолепно, и он понимает, что даже если объективно будет какой-то недовес, как сейчас, все-таки объективно после хода, например, c4 у черных хуже-то позиция. То есть у белых мощный центр, и, в общем-то, у черных никакой компенсации за это нет. Плюс равно позиция в пользу белых, то есть очевидно, что черным надо, ну, уравнивать позицию гораздо... Ну, в классической партии Ян бы жестче уравнил эту позицию, но учитывая соперника, учитывая формат, Ян просто не стремится к математическому уравнению, очевидно. То есть его устраивает просто игровая ситуация, и он рассчитывает здесь переиграть своего соперника. То есть на c4 у него совершенно разные идеи, есть вплоть до суперагрессивного хода f5. Мне кажется, в духе Яна такой ход на снос, да? c4, да, f5 красиво получится, да. И мне кажется, что Ян может такое рассматривать. В общем, особо здесь переживать нам не стоит, мне кажется, пока, по крайней мере, за нашего лидера.
А если он c4 не сыграет, так мне кажется, вообще позиция у черных будет просто шикарная. В общем, идем дальше. Да, давай после небольшой паузы мы начнем смотреть партию Владислава Артемьева. Итак, продолжаем смотреть второй матч сборных России и Венгрии, и давайте посмотрим партию Владислава Артемьева, да, это вот сибирский слон наш, сибелефант. Нас там неплохо подметили в чате, что Грищук может стать победителем Олимпиады, не сделав ни одного хода в плей-офф, как Чак Норрис, да, это очень крутое было бы достижение, то есть, но, конечно, я вас уверяю, что если наша сборная будет двигаться по дистанции, Александр будет играть. Да, 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 конечно, всего. Мы его еще увидим. Я даже больше скажу, вполне возможно, что он будет играть Армагеддон. Если Армагеддон потребуется. Да, если Армагеддон будет играться на мужской доске, я подозреваю, что именно вышел бы Александр. У Александра самые крепкие нервы. Я считаю, что из команды он вот самый именно проверенный, так скажем, проверенный временем игрок, который готов в любой ситуации выйти и принести победу по заказу. Ну и он еще, как бы, мне кажется, он единственный, кого такие ситуации не угнетают, а, мне кажется, заводят. То есть он... Человек, который получает, так скажем, он от этого адреналина дополнительного только мотивирует. За любой кипиш, да? Да, другие люди, наоборот, его эта ситуация только мотивирует. Тогда как других она может угнетать, там, ну, я представлю, допустим, наш Андрей Есипенко и там Леша Сарана, они будут очень сильно волноваться, да, ну, как и любой на их месте. Но вот Грищук — это человек, которого важные партии только мотивируют и раззадоривают. Поэтому мы еще его увидим, а между тем у нас пока Владислав Артемьев. И английское начало. В своем духе играет Владислав. Никакого напора с дебюта, но у него, конечно, позиционная кладка очень высокого качества. И человек делает... Он очень ровно играет именно в шахматы. И с ним соответствовать его уровню именно шахматному очень тяжело. Mm-hmm. Здесь, конечно, объективно полностью решил проблемы Бенджамин Гридура. Хорошая позиция у черных, причем эту позицию можно разыгрывать по-разному за черных. Можно f5 пойти, начать подрывать пешечные устои белых в центре. Можно просто пока пойти развить фигуры, там ферзь d7, ладья d8, конь 7, c6, провоцируя, может быть, ход b5 за белых. Непонятно, кому он выгоден, да, то есть посмотрим, как здесь Гледура будет действовать. Но объективно никаких проблем у черных нет. Это гибкая структура, позиционно все прекрасно здесь у черных, в общем. Но опять же, Гледура такой игрок, что он очень часто удовлетворяется просто спокойными ничейными продолжениями. Мне кажется, если он перестанет это делать, у него хорошая перспектива подобраться к уровню 2700, потому что парень явно талантливый. И просто иногда вот часто не верит в свои силы, там соглашается, ничью упускает перспективные возможности. Mm-hmm. Ну, а что тем временем на дальнейших досках? Дальше у нас Валя Гунина. Да. Валя Гунина против Тицы и Гары. Да. Или Тичи. Наверное, так и так правильно. Но она заменила сестру, получается. Да, да, две сестры играют за сборную. Также они играют и на Олимпийских играх
которые проходят по классической системе, обе играют за команду. Вообще здорово, наверное, с сестрой играть за Олимпиаду, за команду, или там с братом, мне как человеку, у которого только двоюродные братья и сестры есть. Мне всегда было интересно это ощущение. Это, наверное, вообще говорят, что на Олимпиаде испытываешь, конечно, чувство сродни братскому, то есть когда играешь просто за команду, за свою страну, просто с коллегами, а если это действительно твой брат или сестра, вообще, мне кажется, вдвойне интересно. Ну, наверное, это должно помогать, вот я не знаю. Было бы интересно мнение людей спросить, кто реально испытывал такое. Таких считанное количество людей, да, все-таки в шахматном мире. Ну да, мы, конечно, знаем пример сестер Музычук, которые тоже играют за команду обе, но они также играли и за разные команды, и вот там вот уже становилось не так, наверное, приятно, когда нужно играть за команду друг против друга. Да, насколько я помню, одну из них просто не выставляли, и, видимо, как-то старались договариваться, чтобы личные отношения не вступали здесь в счет. И все решалось именно в шахматном плане, то есть... Здесь в ну, этом плане это было бы в идеале, конечно, такого избегать, но могу сказать, что, кстати, обрати внимание, сестер довольно много, да, вот венгерки, ну, понятное дело, что при слове сестры, шахматы, Венгрия, при таких словах, да, скорее сразу всего, же ваш Полгар, мозг да. назовет вам другую фамилию, чем Гара, но Полгар, но, тем не менее, здесь тоже вот они есть, и Музычук, и еще другие сестры есть, да, в разных командах. В скандинавских командах, насколько я знаю, в Норвегии сейчас две сестры матчлик играют. Да, да, да. И в общем, такая ситуация-то непростая. То есть, а вот братьев не так много, да, в одной команде. Ну, меньше, чем сестер, такое ощущение. Да, меньше, но вот подрастает поколение Ван Форестов, в котором, в принципе, потенциально целая сборная может вырасти, потому что у них все братья и сестры играют в шахматы, и в данный момент. Ван Форест, Йордан и его сестра... Не заодно еще и женская, кстати, да, тоже вырастет, да? Да, и вот она играет, она уже играла на Олимпиаде, ну, конечно, пока сильно уступала на своей доске по силе остальным, но если продолжит заниматься шахматами так же, как и раньше, да, как то вырастет. Да, справедливо подсказывает похожая ситуация в сборной Азербайджана, где да. Шахрияр Мамедьяров и его сестры, да, выступают за команду. То есть, ну да, но, там уже, правда, сестры, видимо, потихоньку отходят от шахмат, все-таки сильно семейная жизнь мешает игре в шахматы, но посмотрим, может быть, и новое поколение вскоре вырастет, кто знает. Ну да, ну интересный момент, но это, наверное, больше для энциклопедистов задача, а между тем у Вали Гуниной объективно не такая уж хорошая позиция, мне кажется, тут опять же черные решили свои проблемы, но от объективного решения дебютных проблем до хорошего результата с Валей Гуниной даже не полшага, то есть поэтому, то есть это даже не часть дела, то есть это только самое-самое начало. То есть сейчас будет просто сложная борьба, и Валя будет крутить, как она умеет это делать. Все фигуры на доске, просто сложная позиция, мне кажется, пока рано ее оценивать. Можно переключиться на следующую доску. Козак Сарана. Угу. Ну, кстати, очень агрессивно играет венгерский юниор. И тут Леша... Так, ну, Леша разыграл защиту Рогозина, и венгерский юниор ответил крайне агрессивно. То есть... прям пожертвовал пешку сразу. Ферзь А4, слон G5, такой достаточно старый вариант. И он вообще котируется как не такой уж хороший для белых. Опасный. Белый играет очень амбициозно. Но вот здесь, в этой позиции, да. В этой позиции надо ходить B5. Пока я хотел сказать, Леша уже исполнил B5. B5 очень хороший ход. То есть смысл хода B5 заключается в чем? В том, что после взятия на B5 черные пробивают на D2. И подвисает одна из важных белых пешек. То есть, либо на D4, либо на E4. И, исходя из этого, черный хорошая позиция. Даже больше того скажу, по-моему, это все теория. Если мне не изменяет память, я когда-то такой вариант смотрел, и оценка этого варианта, по-моему, благоприятная для черных. Mm-hmm. Но сейчас должен, по идее, бить на B5 венгерский шахматист. И ну, после а если взять... не брать, просто вывести слона? Можно вывести слона, но в этом случае черные, допустим, ходят, например, конь Е7 или А6, и у них все-таки лишняя пешка без явной компенсации. Ну вот не берет на B5, но явной компенсации за пешку нет. То есть, да, есть центр,
Но такие позиции все-таки мы сейчас не в 19 веке, и раньше такие позиции оценивались все-таки как хорошие для белых, очень перспективные, но явной игры нет, и слабых фигур у черных тоже нет, плохих. Только Ну слон да, на а d7 в не очень блице хорошо. доказать, что есть компенсация за лишнюю пешку, намного сложнее, чем в Ну и, классической кстати, партии. да, персонально я считаю вообще, что в блице гораздо проще играть с материалом. То есть, ну, я, может быть, не так хорошо развиваю инициативу, то есть не так тонко ее чувствую, но, как по мне, намного проще, особенно в блиц, ценность лишнего материала очень сильно возрастает, потому что, когда вы без пешки, вам нужно постоянно очень много конкретики считать, а когда вы с пешкой, у вас очень простая линия игры, вам надо просто, ну, просто размениваете все подряд, да и все, как Ну вот да, правило. я заметила, что китайские шахматисты очень часто, даже не раздумывая, берут эти пешки, ну только если это уж совсем не отравленная пешка, и просто сидят и ждут, доказывай мне, пожалуйста, как здесь у тебя лучше. У меня лишняя пешка, а у тебя что? И если соперник начинает думать, Так и есть, тратить да, время, так и есть. как доказать, то уже попадается нот, где чаще всего как раз-таки материал решает. Ну вот да, если бы забрали на b5 и после этого размен на d2, королем, конечно, брать плохо, без рокировки остаются белые. Совсем опасно уж таким способом удерживать лишнюю пешку, ну, удерживать пешку в центре вообще опасно. Ну да, конем на d2 надо задирать, но то есть там дальше черный нападает на коня b5, задирает пешку на d4, белые восстанавливают материальное равновесие и получается примерно равная позиция. Мне кажется, около равенства с ничьей. Я, по-моему, там вердикт такой помню по домашней работе. Ну, похожие варианты, почти такой же вариант. В общем, ну здесь грех жаловаться на позицию Леши. Давайте посмотрим, что там дальше. Мы еще две доски не осветили. Петра Папа против Екатерины Лагно, но здесь белые прямо окопались по всему фронту. И, то есть, вроде бы как Петра рокировала в длинную сторону, но 3-0 просто сделала, да? И получается, то есть, выглядело все это очень обещающе, но позиция очень быстро выхолостилась, и оказалось, что у белых нет более никаких задач, кроме как спокойно отработать ничью, да? То есть, ну, это выглядело достаточно забавно, то есть это такое, знаете, грозное нападение, то есть, ну, давай-ка, бойся меня, а не то я с тобой сделаю ничью. То есть, очень часто такая тактика работает, но я думаю, что Екатерина Лагно такими вещами, конечно, не смутить, она играет в соответствии с требованиями позиции, просто как бы ставит фигуры на хорошие поля, ну, и здесь она может еще попытаться побороться за победу, у нее есть для этого ресурс b7, b5, который создает напряжение на ферзевом фланге. Ну, то есть, будет ли она его использовать? Если она его не будет использовать, ну, позиция просто равная, ничейная, да? То есть, там просто с двух сторон цепи негде прорываться, и можно соглашаться в ничью. То есть, можно пойти просто b6, король b7, и партия закончится в ничью без приключений. То есть, вопрос сейчас Екатерина вот размышляет, нужно ли ей подкручивать, атаковать. То есть, действительно, будет b5, да. Не знаю, слон b6 просто играет Екатерина. В общем, без проблем, да. То есть решает сделать ничью. Ну, можно ее понять. Но и тем более, она все-таки более классная шахматистка. Значительно более классная шахматистка. Вполне возможно, что ей удастся переходить, запутать свою соперницу даже в таком простом окончании. Ну и последняя шестая партия. Полина Шувалова против Дарины Деметер. Но тут явный перевес у Полины, тут наконец-то у сборной России оформленный перевес. Прям подавляющая позиционная доминация. Хорошо ведет испанскую борьбу Полина Шувалова. Да, и давит она явно свою соперницу. Да, но тут прям как-то черные совсем тоскливо стоят. То есть они накопались по всем фронтам и просто ждут, пока за ними придут. Очень тяжелая позиция. Да, сейчас c4, сейчас белые пойдут. И, честно говоря, я не знаю вообще, как здесь защищаться. То есть, та позиция, что называется, где черным дорог хороший совет. То есть, полностью вся активность черных под контролем. Сейчас белые пойдут c3, c4, вынуждая либо ба, либо bc. Ну и после этого позиция скроется и можно будет попробовать выиграть учебную партию. То есть черным здесь надо как-то подкручивать, пытаться ходить там c6. Но это все-таки уже вскрытие позиции, вскрытие белопольного слона. И я не знаю, что будет делать венгерка, но, скорее всего,
пока она просто защищается, но Полина пока c4 не ходит, не торопится, можно было бы уже и поторопиться. Почему нет? c4 было очень сильно. То есть, и мне кажется, большие шансы на победу после этого у Шуваловой были, но посмотрим. Ну да, где-то нужно, видимо, венгерке либо c6, либо c5 ходить. Ну, тяжелая, тяжелая позиция. Главное, что ни c6, ни c5 не решает проблем, да. То есть, ну вот ладья d2 как раз принимает меры Полины против этого. То есть она как бы намекает, что ты пойдешь c5, а я возьму. То есть, и у меня уже с двоим ладьей готовы. Ну вот жертвует пешку венгерка. Может быть, правильно хоть как-то нарушить течение борьбы спокойно, потому что вот при спокойном течении было бы просто избиение, но, во-первых, можно просто забрать пешку, почему не забрать? Ферзь бьет b5 и. Нет компенсации за эту пешку. Просто размен. Ну, она, видимо, рассчитывает ее отыграть ходом слон бета8. Но после, в конце варианта. Можем показать этот вариант. Сейчас ферзь бьет b5. Ферзь бьет b5. А, b. А, b. Ладья a8. Да, ладья a8, да. И, скорее всего, она рассчитывает слоном на a8 забрать. Но здесь белые просто c4 пойдут. Защитят, да, и пешку, просто, потом заберут, ну, на b4 позже. Просто посмотрите на черных слонов. Ну, просто AB играет Полина. Тоже очень сильно. Хотя, если честно, я бы не удержался от искушения разменять ферзей. Очень уж заманчивый ход был. Просто меняешь ферзей и то же самое. Еще как бы подчеркиваешь все слабости позиции черных. Но, безусловно, для победы достаточно того, что она делает. Пока что она не упускает свой решающий перевес. В общем, полностью переиграл свою соперницу, которая не создала никакой контр-игры. Но, видимо, и Полина решила еще сохранить ферзей, потому что у нее есть какие-то возможности пощекотать позицию соперницы на королевском фланге после, может быть, какого-то короля f2, как-то перевести ферзя, может быть, или g3 ферзя на h2 перевести, и какие-то все-таки очень пассивные фигуры все у черных. Да-да-да, и нам, кстати, между прочим, нам говорят, что у нас уже Ян побеждает неожиданно, то есть соперник... Ну, вернее, соперник... ожиданно, но быстро. Неожиданно по позиции, да, то есть, ну, позиция просто была битая ничья, но как бы соперник Яна просто думал, что сейчас Ян будет делать ничью, и просто проиграл в один ход, просто пошел g3 и сдался. То есть вот так, такое так вот иногда бывает. Я не помнящий усыпил бдительность своего соперника. Король стоял на g1, просто... Да вот, просто... Да, ну, нормально, была абсолютно ничейная позиция. Да, то есть после g3 следует ладья b4. Ян, конечно, очень коварный игрок. То есть соперник просто решил, что Ян собирается забрать на e4 с ничьей. Но Ян не таков, то есть он ждал предложения ничьей. Любой нормальный ход делал ничью. Ладья c1, ладья d1, там, ладья e1, ну, просто любой ход. Ладья b3 делал ничью, просто минимальная бдительность. Но не распознал угрозу бануш, а угроза была в размене ладей. После чего пешка c3 просто проходит ферзи. Ладьи нельзя не поменять, потому что иначе ладья b2 просто. И просто ферзь проходит неожиданно у Яна. В общем, на ровном месте проигрывает партию венгерский шахматист. Ну, вот это называется уже класс, дорогие друзья. Да, то есть сейчас следует здесь... ладья b2, и вынуждены белые либо отойти ферзем, и тогда просто размен, ну, вернее, шах. Просто шах, и выиграли ладью. То есть сейчас, да, да, если... Да, часто... Просто ладья b2, b2, да, отойти и... нельзя из-за шаха. А, тут даже мат просто. Я уже даже мат зеваю на f2. Да-да-да-да-да, то есть, ну, действительно, и нужно, ну, забирать. Очень действительно, Ян, наверное, еще и поэтому с ним так тяжело играть, помимо объективной силы игры, в том, что он мгновенно видит такие ловушки, то есть он даже в самых спокойных позициях умудряется запутывать своих оппонентов, но здесь, ну, битая ничья стояла всю партию, причем я смотрел последний раз 10 ходов назад, уже тогда можно было согласиться на ничью, и, ну, честно говоря, ничего не предвещало, но вот на секундной потере бдительности уже тяжелая позиция. В общем, ладья b2 надо ходить. Ладья b2, взяли на b2 cb, король e2, ферзь b4, да, то есть там получается. Ферзь b1, ферзь c3 и король d1. То есть, ну, белые еще как бы как-то могут рассчитывать на спасение. Могут еще рассчитывать на спасение. То есть король e2, шанс есть еще спастись. Считаем, ну, тут, да, ферзь, видимо, c3, грозит ферзь c1. То есть приходится ходить король d1.
Ну, тогда единственный тут ферзь f3 можно шах дать. вариант. Да, тогда ферзь f3, но вот И эти просто варианты съели рассчитывает все я. пешки. Но там, в свою очередь, у белых пешка еще живая. Поэтому еще борьба продолжается. Король d2, там, c2. Куда-то в этом направлении. Да, и Ну, здесь еще все. слишком много пешек. Ну, да, есть какие-то шансы призрачные, но я думаю, что не будет проблем здесь тоже у Яна. Задумался Ян, смотрите, он здесь полностью, у него даже мимика изменилась, то есть он сидел так лениво, да, то есть это было видно, что, ну, то есть партия не вызывала у него никакого интереса, сейчас он собрался, то есть обхватил голову руками, считает варианты, то есть он очень быстро почувствовал перемену настроения, то, что ветер переменился, как говорится в известном произведении, и тут очень хороший шанс теперь на победу у него Ну помощью. да, вот и ходит как раз Ян ладья b2, и после короткого перерыва мы увидим дальнейшее развитие в этой партии. Поэтому не будем здесь сильно ругать того же Бануша, который все-таки доигрался до поражения на ровном месте. Но опять же, здесь совершенно разные, несопоставимый класс у шахматистов. И Ян здесь очень убедительно, да, переигрывает своего соперника, да. И последний ход зевает ферзь c5. Ну, здесь просто сдаться можно уже белым, потому что здесь уже шансов нет. Просто все собрали и без проходных. То есть Ян еще аккуратненько сыграл, то есть он еще как бы на 31-м ходу, обратите внимание на его решение, то есть, ну, показал класс, то есть он, вернемся на несколько ходов назад, он на 31-м ходу пошел h7, h5, шикарный ход, просто супер. Ну вот, той позиции, где ладья b2, cb, и король e2, где мы думали, там считали варианты ферзь b4, вот он сыграл просто вместо этого h7, h5, оставив белых с их проблемами, да, и любые попытки здесь двинуть пешку А, они бы еще обнажали еще поле А1, помимо всего прочего. Но все равно надо было двигать А4. Это был единственный шанс. Итак, да, вот очень красивым ходом Ян прекратил все попытки даже белых продемонстрировать какую-то игру. Вот здесь после король Е2 пошел H5, очень красивый ход. Да, Просто. действительно красивый, неочевидный. Именно то, что его поднять, это было тяжело сделать. Именно то, что он поднял именно ход h5, это вот высокий признак высокого класса. И да, ну, браво Яна, то есть сыграл по-лидерски. И то есть он присел контр-игру, правда, белым все равно было ходить а4, плохо или хорошо, но после того, как он а4 не пошел, уж совсем беда печаль стала с позиции белых, потому что после ферзь b6 четкого хода Ян отобрал пешку а3, которая была гораздо важнее для контр-игры, чем любая другая пешка. То есть даже потерять 5 пешек на королевском фланге было бы не так страшно, как Одну пешку А, да. одну пешку А, да, Да, и и непонятно, с чем контр-игры. связан был ход этот А3, то есть он ничего белым не дает и только ставит пешку на поле, Ну, не защищенное ферзем, то есть. ты знаешь, Маш, я так скажу, что когда вдруг неожиданно возникают проблемы, и считанные единицы могут с этим справиться. И Бануш не относится к этим единицам, поэтому вот так получилось. Но тем временем интересные события на других досках происходят. У нас проигрывают два человека. У нас неожиданно проигрывают Екатерина Лагно и то есть проигрывает Екатерина Лагно и проигрывает Валентина Гунина. Но вполне возможно, эта победа Яна будет критически важна. То есть, ну, опять же, как проигрывает? В прошлом матче было примерно так же, закончилось 5-1. Но мы здесь действительно опасная ситуация, да. То есть для россиян сейчас критический момент матча. То есть что мы видим? Да, вот Катерина ищет судорожно какой план Спасение, из да, то есть ищет Екатерину спасения. Лагно, то есть и может на самом деле может не отыскать его, потому что действительно ситуация уже тяжелая, потому что сейчас белый ферзь просто заходит. Да, заходит на И Е6, и непонятно, как здесь быть. как вообще защищать это поле Е6? То есть как вообще она доигралась, да, до этой ситуации? То есть не совсем понятно, как вообще так получилось. И позиция это реально уже тяжелейшая. То есть вполне возможно, что здесь венгры могут рассчитывать на полноценную победу. Но, по счастью, выигрывает Полина Шувалова. И, по счастью, в опасной позиции
соскочил на ничью Леша Сорона, да, то есть не нашел Да, уже продолжения согласились атаки. на ничью. Не нашел продолжения атаки венгерский шахматист, хотя многие бы на его месте бы попытались бы продолжить борьбу. Но опять же, вот чем отличие онлайна от офлайна, да, то есть я уверяю, что в офлайне венгерский шахматист был бы вынужден продолжать бороться в этой позиции с риском, так сказать, для жизни. То есть ему он бы пошел, ну, конь g5, потом f4 и пытался бы ладью по третьему ряду подключить. В общем, действительно, тут Леше повезло, да, что как бы согласился ничью венгер. Тут много борьбы еще было бы. Ну, то есть взять ее на g5, конь g5, слон g5, конь g5, ферзь e7, там f4. Ну, в общем, тут вагон борьбы был бы. Да, и все еще не так понятно, да, то есть... Сложная очень позиция, но надо было играть венгеру, но опять же, он не видел, как ситуация на других досках, но, по-моему, надо было играть в любом случае. Ничего не терял, то есть... А так, уже 2,5 очка у сборной России, то есть, и... Ну, как 2,5 еще, Шувалова не закончила партию, но... По сути дела, Артемьеву надо не проиграть, но Артемьев не проиграет, можно посмотреть позицию Артемьева. У Артемьева лишняя пешка в ладейном окончании, он и не выиграет, но таким образом неожиданно сборная Венгрии могла выиграть матч просто, да, вот на ровном месте, о чем мы говорили, просто могли венгры выиграть матч. То есть, ну, что тут сказать, некоторая расслабленность, да, наверное, присутствовала, может быть, у игроков нашей сборной. Может быть, тяжело играть после того, как... Когда состав ротируется, может быть, тем, кто сидит на скамейке, тяжело входить, да, в игру. Ну да, вот тоже об этом мы вчера говорили с Артуром Юсуповым, что действительно, может быть, без замен играть проще, потому что тогда разыгранность уже есть, и нет вот этой вот нервозности, которая присутствовала в первом матче. То есть, может ну быть, и самое может главное, быть. Что да, самое главное, нагрузка-то не очень большая, да, то есть там, по сути, две партии в быстрые шахматы, но, судя по всему, 3-3 закончится второй матч, судя по всему. Но еще надо сказать, что венгерской шахматистке еще нужно победить Екатерину Лагно. Очень не так просто ей это будет сделать. Позиция тут огнеупорная еще. Ну и да, Валентина так же, Кунина, как и... еще мы знаем, да, Валентина Кунина и не такое спасала, да? Сейчас, допустим, если сейчас ладья g2 не пойдет венгерка, то вообще неясная позиция. Ладья g2 ход тяжелый. То есть, ну, ладья g2 ход реально тяжелый. Но если пойдет ладья g2, то можно будет сдаваться, да, потому что просто мат идет. Угу. Конь, ну, конь просто теряется. Да, что... и похоже, что не видит она этого хода. Нет, пошла. А если... Как? Пошла, да, пошла ладья пошла, g2. Да. Пошла ладья g2, но после ладья g2, мне кажется, уже даже Валентины Гуниной не хватит, чтобы спасти такую позицию. Потому что, ну, уж совсем позиция безнадежная. Просто фигуры нет. Чистой. Хотя, с другой стороны, она спасла не так давно партию с элитным Кратичан. Ну, в общем-то, потеря концентрации банушем дорого стоила венгерской команде, да? Угу. То есть сейчас просто был Бармагеддон. Вот на ровном месте был Бармагеддон. Вот о чем я говорю. Формат союзник венгров, формат союзник аутсайдеров. И когда вот такой формат, два матча, а в Армагеддоне уж иди знай, да, там, особенно если бы Армагеддон выпал, скажем, на женские доски в этом матче, в котором происходит совершенно что-то непонятное, да, то есть после 2-0 на женских досках, то есть кто бы играл, непонятно. Наверное, Саша Костенюк бы в такой ситуации пришлось бы защищать. Честь России. То есть, ну, представляете, какая это была бы нагрузка, но в любом случае хорошо, что этого, по-видимому, не произойдет. Ну, тем более, вот Екатерина Лагно все-таки, видимо, спасается, да, то есть, так что по счету будет опять все хорошо. Но близко падают снаряды, и как-то страшновато чуть-чуть все время, да, за наших ребят. То есть, вроде как, матч, который не дает ответа о состоянии сборной России, просто намного слабее соперник. Прямо намного, да, с запасом слабее соперник. И за счет этого, как бы, интриги нет. Да, вот сейчас следует ладья g8, и, видимо, вынуждена будет сдаться Валентина. Но уже сдалась соперница Полина Шувалова, и таким образом счет становится в матче 2,5 на 1,5. И остается две партии, ну, в одной из которых у нас совершенно беспроблемный ладейный эндшпиль, то есть, ну, не проиграем мы эту партию, значит, 3-3 матч закончится в худшем случае, ну, если Владислав флаг не уронит, то, ну, это все-таки
Фантастика на втором этаже, как говорится. Надо единственное, чтобы команда сейчас сказала Владиславу, что Влад, хорош уже, заканчивай, не надо играть на выигрыш эту ничейную позицию, просто веди короля и соглашайся на ничью. Хватит. Битая ничья на доске, и, в общем, надо ее просто сделать. И, ну, смотрите, 3-3 с венграми, а мы говорим 6-0, да? И вот такие дела. То есть, довольно-таки грустно, грустная история. И тут чем угодно может закончиться дело. Да, то есть, в общем, так, на ровном месте, ну, просто на ровном месте. То есть, ну, еще, кстати, давай, наверное, переключимся. Ну, здесь-то ничья, здесь нечего смотреть. Угу. Переключимся на позицию. Ну, еще да, даже Катерина. Артемий может еще и случайно выиграть, но нет, не выиграет он такую позицию, просто равная. Екатерина, давай досмотрим. Угу. Может, спасется она или нет. Мне кажется, для психологической уверенности в дальнейших стадиях турнира это может быть важным. Чтобы... Ну, все-таки первый номер нашей женской сборной, да. Первый номер я сугубо по рейтингу, да, беру. Угу. Хотя, посмотря по какому рейтингу смотреть, да, то есть по классическому, там, я не знаю, как дело обстоит. То есть тоже все эти... Когда ты сейчас говоришь рейтинг, там 4 рейтинга, Blitz, Rapid, классика, онлайн, и у кого первый ну, рейтинг... Ну, Катерина действующая чемпионка мира по Блицу, и здесь точно разночтений нет. Да, давайте поэтому, да. Хотя бы, ну, в любом случае, Екатерина важнейший боец для сборной России, и важно, чтобы она в хорошем настроении подходила к следующим матчам. Ну, кстати говоря, все-таки зевает она, да, и зевает она, и не находит она хода ферзь Е8, который спасал партию. И проигрывает Екатерина, да. Да, и побеждает, да. Побеждает все-таки венгерка. Но опять же, если найдет просто найдет продвижение ферзя, то есть, что тоже еще совершенно не факт. В общем, сейчас еще шахи будут. Что угодно может, чем угодно может партия закончиться. Но нет никакой уверенности, что выиграют белые, потому что сейчас еще король должен будет уйти от бесчисленного количества шахов, а черный король спрятался на b7. Да-да-да. Угу. Ну да, если играет, да. Ну, согласен, что большая ответственность, вот тут нам как правильно говорят, что большая ответственность на тренере, ну всегда большая ответственность на тренере, но сейчас у нас пока все хорошо, так что что здесь об этом говорить? Но мне кажется, что здесь просто даже немножко не ожидали наши ребята, так иногда бывает после супер убедительной победы, даже не ожидали от венгров, что вот ничего себе, какие вы, оказывается. Вы, оказывается, да, вы, оказывается, можете. То есть, ну, 3 очка мы уже набрали, так что эту партию мы досматриваем уже чисто из симпатии к Екатерине Лагно, болеем за нее персонально. Надо, чтобы она просто спаслась, да, и в хорошем настроении ушла на перерыв. Но вообще, если бы Ян не запутал своего соперника, да, то мы бы просто сейчас Армагеддон смотрели. Это было бы, конечно, очень неприятно. И мы бы реально были бы в одной партии от вылета от венгров. Просто вот, конечно, этот формат требует доработки. Да? Согласись, наверное, так не должно быть. Ну, конечно, это добавляет драйва, и в чем-то это даже здорово, но венгры же вообще ничего не сделали, чтобы выиграть этот матч. То есть они очень плохо играли первый матч, да и во втором матче, то есть, ну, Гара хорошую партию выиграл. Ну, в общем, оба наших поражения — это скорее подарки, да, поэтому... Ну да, но подарков мы тоже делать не должны, если хотим выигрывать Олимпиаду, так что... В общем, надо извлечь уроки из этого матча будет, потому что такого, конечно, сборная Украины или США, с которыми будем играть в полуфинале, такого могут и не простить. Угу. Поэтому, конечно, надо играть с ними гораздо строже, и там нужно таких подарков. Ну, фактически мы подарили 2 партии, да, то есть и одну партию, ну, и 2 женские доски мы проиграли, причем проиграли... Итак, закончился матч Россия-Венгрия, и уверенно победили мы. Ну, по счету уверенно, а на самом деле были, конечно, небольшие сложности. Да, 5-1 и 3-3. В общем, очень у меня смешанное впечатление оставил этот матч. Во-первых, он был быстрый. Во-вторых, он был какой-то странный. То есть, ну, то есть венгры не показали вообще ничего. Но при этом во втором матче у нас чуть не возникли проблемы буквально на пустом месте. То есть, какое-то странное ощущение, что мы говорим, что, ну, действительно, это был по...
некоторым партиям это был вот настоящий, как по спортивному жаргону, вынос тела, да, то есть абсолютно без шансов матч протекал для сборной Венгрии, но при этом они были буквально в одной секунде концентрации внимания Тамаша Бануша от Армагеддон. То есть это удивительная ситуация. Я когда говорю про формат, я там когда сказал про формат, это сразу спровоцировало дискуссию, что формат идеального формата не бывает, и вообще формат хороший. Два матча и так. Ну, как по мне, было бы справедливее, если бы серия была бы до двух побед вместо Армагеддона. То есть тогда было бы, наверное, более справедливо, потому что, ну, как-то понятное дело, что в третьем, ну, в случае чего, если бы даже наши проиграли один матч, то в третьем матче шансов уже не было бы, наверное, у сборной Венгрии. Мобилизовались бы. Ну, по игре, ну, такая сборная Венгрии может случайно выиграть один матч, как мы видим, но два матча она выиграть не способна была бы у сборной России, я больше чем уверен. А вот в Армагеддоне могло быть все, и такая случайность могла перечеркнуть просто всю работу сборной России. Ну, что поделать, как правильно говорят, с другой стороны, я согласен. Победителя не судят, да, победителя. Да, во-первых, победители не судят. Нашу сборную поздравляем с проходом в следующий раунд. Уже полуфинал. Уже полфинала, и то, что были венгры, это, как говорится, проблемы не наши. Это мы заслужили эту жеребьевку, выиграв 9 матчей из 9 в группе. И теперь полуфинал, и там уже с полуфинала уже, в принципе, даже относительно слабых соперников не осталось. А венгры, подчеркну, только относительно слабые соперники. Довольно крепкая команда, хорошая, и это они показали во втором матче, который, напоминаю, закончился 3-3. И доставил немало, так сказать, валидольных секунд для болельщиков сборной России. Ну, вот. Да, да, бывает такое, но все-таки онлайн-формат, и, ну, все-таки партии по быстрому контролю, здесь могут случиться какие-то случайности. В классическом матче Россия-Венгрия, конечно, был бы фаворитом еще больше, но все хорошо, что все кончается, выиграли матч, и теперь будем готовиться к следующему сопернику, а следующий уже завтра, соперник... Уже завтра, да, полуфинал, насколько я понимаю? Да, и полуфинал будет просто, ну, намного сложнее, независимо от того, кто это будет, США или Украина. Здесь уже Игорь Щук сыграет, это точно, и все будут на повышенной боевой готовности. Ну, то есть мы что видим? То есть по итогам этого матча, по персоналиям, да, то есть очень убедительную игру продемонстрировал Ян Непомнящий, настоящую лидерскую игру, то есть он выиграл две партии, причем одну выиграл просто за 5 минут белыми, черными он уравнял игру и дождался своего шанса и в великолепном стиле его реализовал, на носовом платке переиграл своего соперника, то есть, ну, Ян браво, то есть за этот матч великолепно сыграно, очень хорошо выступила Полина Шувалова. То есть, правда, в первой партии она, конечно, нервничала, но сумела взять себя в руки, во второй партии не оставила шансов своей сопернице, то есть 2-0 на девичьей доске, хотя здесь, конечно, не так это все было убедительно, поскольку в первой партии действительно были проблемы. Но вот на вторую мужскую доску, возможно, там есть место для ротации, то есть я уверен, что Ян будет играть в полуфинале 100%, скорее всего, обе партии. Он слишком важный игрок для сборной России. А что касается второй доски, то вполне вероятно, что Грищук начнет полуфинал. Рискну дать такой прогноз. Посмотрим. Ну, сколько лет Полине, насколько я понимаю, сколько? 19? Да, да. По-моему, 19 где-то, да? Да, и Полина уже в таком юном возрасте многократная чемпионка различных соревнований. И на этой Олимпиаде, конечно, еще дополнительную закалку получит в бою за национальную сборную, уже за главную национальную сборную. Для нее это впервые выступление на таком уровне. И это, конечно, незаменимый опыт. Конечно, да. То есть надо через все вот эти вот передряги, там, взлеты, спады, подъемы пройти. Все это надо прочувствовать на своей шкуре. Если хочешь стать чемпионом, да, что называется, должен заматереть, загрубеть. И Полина, безусловно, тоже сейчас вот как раз набирается этого опыта, набивает этих шишек. И, безусловно, в будущем, мне кажется, на нее можно рассчитывать как на постоянного участника основных составов сборной России на всех классических турнирах.